Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? Давайте покатаем в Robot Warfare. По изменениям, ну, прокачиваю пушку. 12 левел, бьет качаться уже на 13 левел. Прем себе активировал. Ну, сезон закончился, хотя месяц не закончился. Полученные призы. Сундуки сейчас не работают. Почему? Хрен его знает. Завтра должно было все произойти. Ну, произошло сегодня. Так, что там еще? По ноткоину я себе активировал скинчик с пиццами, 10 тысяч коинов стоит, недорого, зато веселее, позитивнее стало. И надолбил уже 10 миллионов монет. Прогресс у меня идет. Хотите также надолбливать монетки, потом их продавать на бирже, ссылка на ноткоин в описании имеется. Кто хочет позаработать курьером, подработать или на постоянку работать, ссылка также в описании. Яндекс.Курьере больше всего, выше всего выплаты. Ну, лучше работать на велосипеде, электровелосипеде или на машине. Также по Телеграму, по ВКонтакте Robot Warfare создал, можете там общаться, отвечать на вопросы, задавать и так далее. Полетели воевать. Итак, бой начинается, запихали меня в проигрышную катку, видим, что мы тут уже все, что можно, отдали, все проиграли. Ёкаламане. Так, FPS что-то у меня жутко просел. Что-то, видать, я с настройками замутил. Ой, что-то FPS мало, замечаете, да? Каламане. Это вот я залез в блюстак, лучше бы не залазил. И что-то я сломал. Вот поговорка есть. Не лезь, работает, не лезь. Вот, а я вот залез. Ну сейчас вроде бы 60 FPS, но как-то все равно нестабильно, да? Нет стабильности. Так, меня лопнули. Так, после этого боя, наверное, я перезагружу игру. А хотя смысл здесь играть, мы так проиграли. Давайте я перезагружу, чтобы было побольше FPS, постабильнее. Итак, продолжаем веселиться. Вроде бы сейчас FPS нормально. Это у меня какой-то был эко-режим включен. Ёкалэмэнэ. О, все нормально работает, выручит. А я взял, перепугался, поставил в блюстаке 240 FPS. Этого делать не надо было. Просто режим эко отключить надо было. Так, Ассириан снял щит. Ну и что? О-о-о, он даже не понял, где я. Где я, где ты? По нему урон идет потихо. Так, упрыгиваем. Еще упрыгиваем. Наших бьет засранец. Так, помогаем нашему здесь. Повернись, тебе добит. Легионер повернулся к Ассириану щитом. Вернее, не щитом, попкой. А с попки у него щита нет. О, летит, посмотрите, летят утки. Убегаем. Ого, себе уточка прилетела. Слышь, утка, ты там ничего не попутала. Давайте фунтика берем. Там бой бодрый получается, не то что предыдущий. Я видел, наш приземлился. Не, нахер, короче. Наших здесь обижают. Надо стараться как-то в бок зайти. Сгорел на работе, но я очень сильно пострадал. Так, захватил цель. Дрон пока не стреляет. Рывок. Не, мой дрон не достает. У меня 350 метров и плюс усиление дальности, сколько там, 420 вроде бы. Так, я остался здесь шо, один совсем что ли? Давайте ведьмочку сожгем, пока она не улетела никуда. Я мог ее еще долбануть сплэшем. К сожалению, что-то я как-то подрастерялся. Берем еще огнеметчиков. И продолжаем веселиться. Так, наш приземлился, он самурай. Это полный отстой. Этого надо херачить, чтобы он особо не заметил. В самый последний момент на него шмякаться. И стараемся кружиться, вертеться, помимо щита легионера сжигать. Лопнул. Так, в невидимость. Ах ты, что это мне сплэш убил? Берем теперь тоже лигу. Лигу легенд. Так, наши, вы там что, на каких-то непонятных роботах играете? А, вроде нормальный робот.
Сейчас тебе Лига Легенд убьет. Закрываемся щитом. Там ведьмочка летает. Вроде бы по щиту только попадала. Или нет? Вот вонючая зараза. Полетели ее убивать. У нее КДшка способности 40 секунд. Как раз ее грохнем. Пока она не улетела. Вот вонючий динозавр. А. Где-то здесь эта вонючка. Вон он сидит. Чепушила. Так, и мы катку сольем. Японский квадрокоптер. Наш прилетел. Не ссы в трусы. Все будет как попало. Нашего бью. Давайте нашего защищать. Делаем рывки. Грохнули. Дрон долбит. Давай, дрон, давай, давай, дрон. Бизончика грохни. Нет, все, хана. Хана! Пришла. Что-то нужно быстрое. Быстрого ничего нет. Все сдохли. Всем пришла хана. Надо зайти ему в бок. Сейчас щитом закроется вонючий динозавр. И убил меня. Да, это лютая жесть. И наши бойцы закончились. Классное место выбрал легионер. Чик. Чик-чик. Кстати, на голову. Да, это жестко. Я его чпокнул, а у меня дот эффект 19, 18, 16к. 8. А, это меня еще подбили сбоку где-то. Просто разорвали нам, блин, барабанную перепонку. И не только перепонку, жопу нам надрали конкретно. И у них еще пятеро, а у нас я и еще один там. Ёкалэмэн. Обосрантусы мы. Так, где слабое звено? У нас снизу бойцы слабенькие. Вот, у них, короче, на одного бойца было больше нормального. А у нас этот плеер, это или бот, или новичок. Количеством, в общем, взяли. Полетели дальше. Итак, пошла жара. Здравствуйте. С двух сторон его долбим, но у него и супер-мега-регенерация. Он понял, что что-то не то. Нифига себе он поливает огнеметом своим. Так, все, у него отрегенерировалось. Сейчас способа не работает. Сейчас есть шанс, что я его заберу. Ха! Он включил ускорение, блядь! Вонючий случай. Сейчас я тебя сожгу нахуй. Ни хрена себе он там резвится, всех выжигает. Давайте в наглую полетели. Ага, а вот и я. Пипец, я что натворил. Я сам не понял, что я сделал. Короче, психанул. Ну, или, так скажем, тактический маневр по отвлечению внимания от маяков. Принял удар на грудь, чтобы наши позахватывали маяки. Так, идем и сплэш. Хренак. Херак. Так, 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 ну что, ну что?
Вообще веселуха. Очень-очень весело. Берем огнеметчика, погнали. Так, вроде бы сбоку тут что-то бьют наших. Не, не бьют. Ох ты, плазменный диндон. Включил ускорение. Ты хочешь меня догнать? Я уже понял, блин, с тобой лучше не шутить. Не знаю, ты не ты был на диндоне, но в тот раз диндон меня очень кисло так разобрал. Так, мой дрон что-то особо не стрелял. Ты что не стреляешь, дрон? Ох ты, блин. Сейчас полетит вонючка. Полетела. Ты хочешь меня убить? Ну я рывок сделал. Целишься? Еще рывок сделал. Ха-ха, нацелилась реально. О, приземлилась. Что-то бьет. О, после боя хпшка отнималась, видели, да? Она меня била мечом, а у меня хпшка хренак-хренак уменьшалась. Странно. Так, ну бой был веселый, полететь дальше. Я не знаю, зачем так делают, но вот смотрите. Там почти фулл пати. А у нас кто? Ну давайте поиграем одну секунду. Вообще смысл есть какой-то в этой игре? В этом бое. Давайте посмотрим вообще, кто за нас играет. У нас нету никого, одни боты какие-то там и так далее. Выходим нафиг. Ну полетели. В этом бою вроде бы все нормально должно быть, по крайней мере, я посмотрел. А тут вот экзекьютор. А так, конечно, недоработка со стороны разработчиков, что какие-то там бич-банды кидают против нормальных пацанов. Вон он, экзекьютор, диндони. Красит наш вонючка моя. Так, этот я покрасил. Ну, давайте диндона как-то убивать, что ли. Почему-то все стреляют по мне. Ну, понятно, что я ближе всех. Что, диндон? Включил регенерацию? Ой. Я думал, мне мои будут помогать, понятно. О, это одни боты, посмотрите. В этом бою нет, соответственно, бойцов реальных. Это все боты. Ну, такие примитивные, просто идут вперед и стреляют, как вы видите. Маяк не захватывает, там искусственный интеллект отдыхает. Боты не могут ничего. Боты в игре предназначены только чтобы в начале боя потянуть резину, чтобы игрок долго не ждал начала сражения. Японский квадрокоптер. У вас маяков нету нифига. Посмотрите, а почему-то? Потому что тот диндон захватил маяк. Вообще какая-то лютая жесть. Я настрелял 800, он в два раза больше. Он сейчас всех наших ботов убьет. Прикиньте. Вот этот, он на своем этом динозавре сейчас убьет всех наших ботов. И потом я останусь один против всей вражеской банды. Ну это же вообще нечестно. Да, у меня уже ремонт. Он меня еще раздавил. Давайте тоже возьмем такого же. Посмотрите, мы вообще просто проеживаем. По факту мы играем один на один, а он умудряется убивать кучу наших ботов. Давайте я его ботов поубиваю. А то чувствую, запахло уже жареным. Так, надо отступить. Надо наступать. Лютая жесть! Я про ё. Он набил. Дофига, я нифига не набил. Я вообще дохну, посмотрите.
Меня тупо херачат боты. Вот эти титан, вот этот титан называется. Прикиньте, меня боты убивают. Да что такое творится там? Уже посмотрите. Нету моих ботов. Меня тупо разбирают враги. Ёкаламане, он уже пошел в последнюю атаку. Выжигать. Сейчас меня опять. Хер... Посмотрите, сколько красных там. Каждый по разу стрельнет, и я умру. Я стал... Вот тактика. Я остался один. Один против всей банды. И сейчас каждый по разу будет по мне стрелять, и я буду умирать. Так что мотаем на ус. Если один на один бои происходят, тупо надо убивать. Вот посмотрите, они все по мне херачат. Ебать, они меня сносят. Я его убил, дальше что? Они мне всяким говном поливают, посмотрите, опять меня убили боты. Ой, как мне это не нравится. И он херачит, херачит. Он набил больше меня на миллион. Может, он, конечно, и больше прокачан. Может быть и такое, конечно. Все, я пуст. У меня нормальных роботов уже нет. Да, обосранки. Я при таком раскладе не сильно умею играть. Сейчас эта ведьмочка хочет. Меня захерачит. Давай посмотрим. У меня щит крепкий. Если боты не будут помогать, я ее забью. Я бы ее убил. Ну, короче, вы поняли тактику. Диндона первым брать и херачить бота в первую очередь. Ну и он набил побольше меня. И боты его набили больше, чем я. Странно. Что, давайте посмотрим, примем работы. Последний бой полетели. Ну и здесь бегают реальные игроки, поэтому давайте я беру не бота, а... Ёкаламане наших убивают. По стандарту. Ну и по часовой его закручиваем. Потому что у него щит открывается, просто часовой. Все, отлично, закрутил. Ну этого стараться нужно издалека расхерачить, у меня нет способности. Так, а за нас вообще играют какие-нибудь адекватные? Не знаю. Посмотрите, за бот. Два удара, бота нет. Я потерял мышку. Чей будешь? Так, что-то мне кажется, эту катку мы тоже сольем. Там легионер, 3 звезды и максимальная дальность 97. Это говорит о том, что у него огниво. Там одуванчик Диндон с одной звездой. Я его немножко дрончиком поджарил. Давайте на туда пойдем, взорвемся. Подожгем и убежим. Ну неплохо его, неплохо. Рывок, бьем и в укрытие. Вот такая моя тактика. Когда я не чувствую в себе сил. Да Ёкаламане не может дрон захерачить полуживого Диндона. Давай. Твою ты медь, опять нас избили. Где наши бойцы? Нет наших бойцов. 5 маяков. И, к сожалению, они не наши.
боты, которые, как мы поняли, стреляют очень сильно. Убегаем и стреляем. Все, тут нас сожгли нафиг. Два легионера огнеметных. Это как два, не знаю, чего там. Что там есть неубиваемое и мощное? Ну вот, это оно и есть. Против часовой стрелки закручиваем, там второй пункт пришел на помощь. И второй меня изжёг. У меня еще один минут. Так, какой из них подраненный? Вроде бы ты подраненный, да? Сейчас мы тебе чпокнем. Да, он сам чпокнулся. Так, ты меня тоже грохнул, да? Сейчас мы тебе против часовой стрелки как позакручиваем. Ты у меня офигеешь. Что-то я далеко улетел. Чпокнул. Дольф Лунгрен. Конечно, он заберет его. Там-то и хпшки осталось немного. Сейчас мы по темечку как настучим молоточком. Никуда не денешься, вылюбишься и женишься. Постреляем по ботам. Чисто, чтобы урончик подливать. Нифига не как лупят, посмотрите. Два титана и отпинали меня. Вот и все. Бои, конечно, сегодня были отвратительные. Где-то я накосячил, где-то тупо не фартил. Ну, с приемом серебро все равно прет. Даже золото дали при поражении. Так. Давайте посмотрим, что мы набили. Ёкала мане. Так. Это задание не выполнили, зато два других выполнили. На этом все. Все ссылки в описании полезные имеются. Удачи вам. Пока.